Накануне свадьбы невеста бросила своего жениха из-за бездомной собаки. За пару дней до своей свадьбы Екатерина Громова никак не могла уснуть. Ее жених ушел на последний перед отпуском дежурства, а девушка очень не любил ночевать одна в их загородном доме. Внезапно Катя услышала, как кто-то скребется во входную дверь. Она спустилась, чтобы посмотреть на непрошенного гостя, и обнаружила на крыльце собаку. Животное сидело под проливным дождем и дрожало. Когда Катя увидел дворняжку, то едва не расплакалась. Собачка была такой жалкой, замерзшей и грустной. Девушка решила впустить ее в дом, пес вошел и лег на коврик. В коридоре Катя налила собаке воды и положила обрезки мяса в блюдце. Животное было вялым и сразу задремало. Девушка тоже пошла спать, решив оставить пса в доме. На ночь Катя выпила снотворного, поэтому спала очень крепко. Когда она проснулась за окном уже было светло, девушка услышала крики и выбежала в коридор не понимая что случилось. Она увидела жениха в комнате на первом этаже, тот держал в руках за шкирку собаку и грязно ругался, пытаясь вышвырнуть животное из дома. Девушка взглянула на диван где лежала подготовленная к торжеству свадебное платье и обомлела. Прямо на белоснежном подоле она обнаружила новорожденных щенков, весь наряд был безнадежный испачкан и разодран когтями. Оказалось, что бродячая собачка была беременна и ночью пробралась в комнату, выбрав для себя свадебный наряд. Здесь она ночью и родила своих щенков. С утра Виктор вернулся с дежурства и увидел эту картину. Парень взбесился и начал зло трясти собаку, когда его застала Катя. Девушка была в ужасе, увидев во что превратилось ее свадебное платье, но еще больше ее шокировала жестокость Виктора. Парень начал хватать щенков одного за другим и вышвыривать их на улицу, прямо в открытую входную дверь. Катя похолодела, Виктор громко возмущался, что? Ты наделала курица, посмотри во что превратила эта тупая. Собака твой свадебный наряд, девушка так рассердилась. Что начала кричать в ответ на Виктора и запретив ему. Трогать животных, она собрала всех щенков, вернула их. На прежнее место, затем подбежала к скулящей четвероногой. Маме и положила ее на свадебное платье. Она понимала, что наряд уже не спасти, однако в этой ситуации Виктор, по мнению Кати, повел себя совершенно отвратительно и жестоко. Девушка заявила жениху, что свадьба не будет по двум причинам: во-первых, ничего теперь надеть, а на покупку нового наряда нет времени. Во-вторых, она не хочет выходить замуж за человека способного с такой жестокостью швырять крошечных щенков. Виктор ушел, хлопнув дверью и назвав Катю ненормальной. Девушка осталась одна и сразу направилась к новоиспеченной. Собаке маме, чтобы покормить ее и успокоить. Девушка не пожалела о своем поступке, она абсолютно убеждена, что Виктор ей не пара девушка, назвала собаку Найдой и окончательно забрала ее к себе щенков. Она довольно быстро раздала их, когда они немного подросли. Катя живет одна и верит, что еще встретить своего человека, мужчину с большим сердцем. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.